Всем привет! Сегодня расскажу об удивительном случае, который вот только что произошел со мной пару часов назад. Один из моих пользователей написал мне вопрос, как сделать свой блог. Ну, ответить довольно-таки сложно. Почему? Тут можно там сутками говорить напролет. Я, значит, человеку порекомендовал, значит, вот научиться хорошенько делать поиск в интернете. И, значит, направил его вот сюда. Значит, Александр, значит, очевидно, посмотрел все это дело, почитал. И, значит, буквально, значит, вот можете отследить даже по времени. Значит, 10 часов назад он мне, значит, прислал, значит, ссылочку. Вот такого плана. То есть очень похожее, как говорится, на мой блог, но дело-то не в этом. Парень там буквально за пару часов взял, посидел, разобрался с этой, значит, литературой по этому вопросу, поработал ручками, подключил, значит, даже, оказывается, у него есть и там свои сборочки. То есть, ну, скажем так, человек просто-напросто творчески подошел к этому делу. Значит, ну, поупражняться, попрактиковаться и так далее. Ну, я ему, как говорится, и написал, что, ну, теперь дело за малым, то есть уже, чтобы он там сам свои какие-то там советы создавал и делал. Так вот, хочу вам, значит, рассказать одну такую вот интересную вещь-то. Значит, парень этот, значит, живет в городе Рославль, по-моему, Смоленской области. Ну, короче, у него большие проблемы с речью, у него была родовая травма. Но, как видите, это никак не отразилось на его, скажем так, умственных способностей. То есть, говорить ему, да, тяжело, но, несмотря на это, вот представляете, человек, черт не знает, как он на мои уроки-то вышел, я особенно-то сильно их там, скажем, не могу там рекламировать. Нашел, прочитал, разобрался, скачал мою сборку сам записал на флешку, уже с флешки мне по скайпу позвонил, и я ему помог. Значит, по скайпу, значит, там сделать немножечко там разметку жесткого диска и установить мою сборку. Затем, значит, он загрузился с жесткого диска, и там ему я немножечко помог, значит, ну, поднастроить свою сборку, чтобы у него все работало нормально. Ну, большая просьба ко всем учесть, что, что человеку очень трудно говорить. Писать он умеет не столь быстро, но, по крайней мере, умеет. Причем пишет, как говорится, грамотно, нормально. Ну, значит, а что случилось, то случилось. Ну, как говорится, еще раз вот вам мое отношение к людям, как говорится, ну, уже знаете по всем моим видеороликам, что я очень негативно отношусь, когда начинают людей, значит, делить там по национальному, по языковому признаку и так далее. А вот Александр тому ярчайший пример, потому что, невзирая, как говорится, на свою инвалидность, на то, что, значит, ну, казалось бы, уж там не так уж там все и легко, а вот, тем не менее, парень вот взял и ручками поработал, и головой. И многим, и с нормальным-то здоровьем, как говорится, и вроде бы, казалось, и голова-то на месте, а до этого не дойти. Но то, что он сделал, я считаю, что, ну, вот я уже, как говорится, не зря, значит, видеоролики делал. Итак, вот давайте посмотрим некоторые выдержки, значит, из моего видеоролика.
как мы, значит, с Александром там ставили ему сборочку, значит, там, ну, как я ему там показывал и так далее. Но только вот не судите строго, потому что у Александра, вот, скажем так, не так-то ему легко все это дело давалось. И тем не менее парень сделал это. Вот. Ну, давайте, значит, приступим к просмотру видеоролика. А город ваш называется именно город Рославль. Угу. Понятно. Угу. Так, я зашел. Угу. Сейчас попробуем интернет подсоединить к вам. Угу. Пошел нормально. То есть вот каждый раз, когда вы будете заходить на компьютер, у вас будет вот такое вот меню. Это вот обычный вход. А вот это вот, если что-нибудь там случается, тут написано починочный вариант. Но это им будете пользоваться гораздо реже. Ну а тут кнопочка, значит, выключить и перезагрузить. Так, хорошо. Давайте тогда погоду посмотрим. Ну вот прогноз погоды вам на 5 дней. Скажем так, не очень солнечная погода, но тем не менее, как говорится, прогноз у вас всегда, как говорится, под глазами. И плюс вот температурка, плюс 1. Так, какие еще основные настройки? Ну, язык, значит, знаете, как переключается Alt-Shift. Значит, в английской, значит, раскладке, чтобы получить знак собачки. Так, а я что, еще одну открыл, что ли? А, ну да. Ну ладно, какая разница. Вот смотрите. Когда вы там, допустим, пишете какой-нибудь там адрес, и чтобы там ля-ля-тополя, а затем вот надо нажать комбинацию клавиш Shift, и там, где на клавиатуре русская буква Э. И тогда получите знак собачки. Вот попробуйте нажать клавишу Shift и русскую букву Э, находясь на английской раскладке. Нажмите Shift, да, ну все, теперь сможете адрес электронной почты писать. Запомнили, да? Есть такое дело. Так, что бы вы хотели, чтобы вам еще поднастроить? Александр. Skype. Skype. Хорошо, давайте. А, у вас он уже почему-то загрузился. Нет, я нормал. Это вы. Я вижу, вижу. Сейчас, пока мы прервемся, я пару настроек сделаю, и потом снова свяжемся. Не волнуйтесь, я сейчас настройки сделаю.
Я вас вижу, Саша, но это нормально. Хорошо. Рукой машете. Все нормально. Привет, расслаблю. Значит, я сейчас попробую перезагрузить скайп и думаю, что все будет нормально в нем работать. И вот я вам отвечаю. У вас, видите, получается не тысяча окошек открывается, а открывается всего лишь одно окошечко, а вы между вкладками там можете по ним, как говорится, прыгать, как хотите. Вот. Так, ну ладно, значит, теперь давайте-ка вот что мы, я еще раз вам скайп проверю. Я сейчас выйду и снова зайду, посмотрю, запомнил ли он пароль. Ну, слава богу, пароль, значит, он запоминает. Mm-hmm. Так что тут. Mm-hmm. Так что тут я считаю, что все нормально. Mm-hmm. Можно, значит, свернуть пока. Mm-hmm. И теперь еще проверим в автозагрузке. Mm-hmm. Сидит голубчик. Угу. Так, на Мега вы и на Дропбоксе зарегистрированы, у вас там, как говорится, счета открыты, да? Нет, да нет. На Меге есть у вас кладовочка зарегистрирована? Ага. Есть, да? Ага. Хорошо. Значит, так. Ну, варите, да. Когда хотите, всегда можете включить. Mm-hmm. Вручную. Так, главное, скайп стоит, все остальное. Так, еще разочек. Часы, да, Кайродок, да. Коночки включены, ну, все нормально, в принципе. Особых mm-hmm. сложностей не вижу. Так, сейчас еще посмотрим. И общими усилиями, вот посмотрите, поставили Linux Mint Cinnamon 17.3. Mm-hmm. Вот он. И я вам желаю провести много приятных часов и минут, работая на Linux, потому что штучка эта очень хорошая. Mm-hmm. Вот, так что могу вам смело ее, как говорится, рекомендовать. Вот. Помогите. А с балаболкой или с чем? Mm-hmm. А с балаболкой. Ну, давайте посмотрим, потому что балаболка, она обычно требует переустановки голосов. То есть, бывает, запишешь на флешку, на флешке все работает нормально. Mm-hmm. А когда ставишь с флешки на жесткий диск, голоса куда-то тихо и мирным сапом, значит, берут и испаряются. Mm-hmm. Давайте посмотрим. Так. Ну, Николай-то стоит. Николай, так, а книги? Книги-то вы скачали, у вас же книг, по-моему, нет, да? Mm-hmm. Нету книг, да? Mm-hmm. Что читать-то будем? Так, ну-ка давайте на всякий случай глянем. Я обычно книги всегда помещаю так, нету. А здесь самой балаболки нет, все понятно. Mm-hmm. Балаболка. Mm-hmm. Так, вот, значит, мы скачаем... Голоса все я не буду ставить. Один очень большой, Татьяна. А вот на всякий случай, значит, мы скачаем Катерину и Николай. Mm-hmm. Вот, обычная загрузка пошла Катерина. Mm-hmm. Обычная загрузка пошла Николай. Mm-hmm. Теперь, значит, мы вернемся сюда. Mm-hmm. Давайте посмотрим книги. Скачаем книги сразу вам. Mm-hmm. И
Ну, на всякий пожарный я скачаю еще и балабок, если там с ней что-то будет не так. Посмотрим. Так. И распаковать. Так, и теперь давайте-ка на всякий пожарный. Так, ну это я могу уже закрывать. Тут еще одно открыто. Ну, совсем много чего. Так. А вот балаболку я по дурости взял и закрыл. Надо было просто нам ее свернуть. Ну ладно. А нет, вот же она сидит. Господи ты, боже мой, что же я? Так. Вот это вот я закрою сейчас. Значит, я могу не услышать, а вы мне сразу скажите, будет там что-нибудь говорить или нет. Видите, ошибка синтезирования речи, все понятно. Значит, я пока сворачиваю это дело, не закрываю. А мы идем и переставим тогда голоса. Вот и весь сказ. Мы сейчас переставим Николая при помощи Вайна. Так, поставим починить. Потому что он уже стоял, пусть просто починит его. И теперь то же самое, значит, пусть нам починит Катерину. Так, вот починочка идет. Так. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут получится. Я слышу, здорово. Ну, тут даже я слышу. То есть у вас теперь звук работает нормально. Вот у балаболки почему-то вот такая вот беда есть, что, значит, слетают голоса, но когда их переставишь, он начинает работать нормально. Вот русский голос Николай. Есть еще, значит, не вижу, Катерина где. А, вот она. Ну, у нее надо скорость будет выставить на максимум, иначе она там будет медленно работать. То есть вот Екатерину надо слушать на максимальной скорости, она поначалу там пошелестит. Надо голос переставить, потому что я, допустим, предпочитаю больше Николая. Ну, посмотрите, что вам больше нравится. Надо там выйти там на кухню, там попить чайку. Нажали на паузу, пошли в закладку, поставили быструю закладку. Закрыли программу. Попили чайку, там сходили в магазин, вернулись обратно. Нажали, значит, на балаболку. И, значит, вот здесь вот в закладку. Перейти на быструю закладку. И с того места, где вы, как говорится, прервались, вы уже будете слушать дальше. Что еще? А что Систембак? Много уроков по ней выпущено. Смотрите уроки на моем видеоблоге, это самое, на блоге, и все у вас будет
Заведите пароль. Что здесь вам непонятно? Давайте, спрашивайте. Вот вы сейчас поставили сборку, мы настроили балаболку, и все у вас работает нормально и так далее. И вам нужно, значит, допустим, сделать, скажем так, резервную копию. Вот вы нажимаете Create New. И она создает в собственном формате резервную копию. А если создать живую флешку уже с вашими настройками, то тогда вот этот ISO-образ, он вот нажимается вот на эту кнопочку. Единственное, я в исключении всегда, значит, беру и вот, вот видите, все убрал отсюда, все папки, чтобы они, как говорится, места не занимали. Раз. Затем, значит, в настройках я делаю всегда, чтобы стоял английский, было создавать ISO-образ. Вот. То есть программа SystemBank дает два варианта. Первый, скажем, может создать копию на любом разделе жесткого диска, а второй создать ISO-образ, который вы можете записать на флешку. Он, конечно, там на многие настройки ваши не зацепит, там придется там по ролику где подвести, там еще там поднастроить. А полновесные, полноценные копии, значит, создаются вот этой кнопочкой. Так что выбирайте. И плюс у меня, значит, на блоге всегда, значит, сможете в разделе, значит, SystemBank почитаете, посмотрите, там много видеороликов на эту тему сделал, пересказывать уже не буду здесь. Вот, ну все. Всего доброго, давайте, до свидания. Пока. Пока. Удачи вам. И вам. Спасибо, Саша.